Друзья, всем приветики! Сейчас отправляемся мы на экскурсию на резорт в отель Adaram Cool Beach. Это 5-звездочный отель. Там, говорят, красивый коралловый риф. Вот, сейчас хочу посмотреть. Хотим посмотреть, что там интересненького. Будем там до 6 вечера где-то. С 9 утра сама экскурсия до 6 вечера. Говорят, напитки, алкоголь там включен, еда. То есть можно поплавать с маской. Скоро будем отправляться. Вот садимся уже в лодочку. Сейчас отправляемся ехать. Минут 25 где-то до острова. Так, ну вот мы уже доехали. Ребята, только посмотрите, какая красота сзади меня. Это просто восхитительно. Вот это настоящие Мальдивы. Вот эти вот домики, бунгало на воде. Вообще просто здорово. Наконец-то, блин, нормальный отдых мы проведем здесь сегодня целый день. Вот, там, кстати, какая-то птичка сзади. Сейчас я попробую ее заснять. Запись, что ли, какой-то. Вот какой красавец. Не знаю, что это за птица. Вообще прикольная. Вы только посмотрите, какая красота. Кстати, заходить, подходить к этим домикам нельзя, так как это частная территория. Вот. Ну, вот возле можно пофотографироваться. Сейчас скажу, где. Вот здесь вот. Вот на том променаде можно фотографироваться. Сюда вот заходить нельзя. Но я зашла сейчас. Мне сказали, что это личная территория. Я сказала 5 минут, и я уйду. Цвет водички хочу показать вам. Вообще просто. Ну, просто фантастическая вода. Просто потрясающе. Вот это настоящие Мальдивы. Реально просто вот красота, ну неописуемая. Вообще так здорово тут. Повезло тем, кто живет в этих бунгало на воде. Не знаю, какая там коммуникация. Это просто потрясающе. Ну вот нас выгрузили на остров. Мы сразу побежали вот здесь вот фотографироваться возле этих домиков. Пока разрешаю. Короче, нас привезли на остров. Объяснили нам, где чего находится. С 12 до 2 часов будет обед. А напитки алкогольные включены. Вот, пока просто гуляем. Наслаждаемся видами шикарными. Вот, будем тут находиться до 6 часов. Красота, ну просто неописуемая. Вообще стоит. Обошлась она мне $140. Целый день на резорте, и плюс питание включено, еще алкоголь, и такая красота. Вот где прям, ну, настоящие Мальдивы. Просто красота восхитительная. Причем вот отправиться можно с локального острова. Вы только посмотрите, какой здесь белый песочек. Это просто картинка Баунти. И цвет воды. Он просто потрясающий. Вот, тут на территории есть вот такой вот клевый бассейн. Прям в каких-то джунглях тропических. Тоже можно пофоткаться. Кстати, здесь есть такая штука, что сюда прям подкладывают полотенчики, вы берете сухие и вот себе кладете. Не надо никуда идти. Сюда просто их кладут и все. Берете и себе стелите.
Короче, я к нему, он от меня убегает. Сейчас уже обедать будем. Идем в бар за алкоголем. И сейчас я посмотрю, какой есть. Нет. А вот. I want Cinderella. Cinderella. Yes. Cinderella. Okay. Короче, я взяла Куба Либра. Это с белым ромом коктейль. Белый ром, кока-кола и лайм. Вот, вкусненько, прям напоминает мне какой-то Таиланд. Или даже больше Доминикану, там в основном мы пили. Так, у нас начался обед. Хочу вам снять, что тут. Суп. Рис. Так, еще рис. Обед на острове. Похоже, кстати, на... Да. Печень. Тоже курочка. Овощи, кстати, есть. Картошечка. Вот что-то прикольное есть в горшочке. Ну, короче, еще взяла рома. Ну, наверное, да. Вот. Сувениры тут. Гуляем по территории. Кстати, тут очень вкусно пахнет. Это вот жгут. Наверное... А, нет, это просто светильники. А я думала... Тут... Друзья, это уже пятый бокал на острове. Блин, капец, короче, еще обгорели так. В общем, друзья, вас привозят на этот резорт. Вы здесь купляете, отдыхаете, загораете, купаетесь, кушаете, пьете. То есть вот всем тем, чем вам предстоит заниматься. Собственно, просто отдыхаете. И это очень круто, я нисколько не жалею, что эту экскурсию на самом деле настоящие мотивы. Это будет шикарно. А берите резорты, конечно, обязательно, если будете на локальном острове. Просто увидите такую красоту. Сразу вот тут сзади меня водичка, огонь. Тут можно и загореть, и выпить, и покушать. В общем, просто один рай. Ребят, все. Скоро будем отправляться уже. Скоро будет наша лодка. Сгорели тут немного. Еще я, кстати, порезалась об коралл. Смотрю, там просто фоткаюсь, и смотрю, у меня из ноги течет кровь. Просто обрезалась. Берите с собой обязательно коралловые тапки. Сама территория вообще потрясающе зеленая. Просто клево. Вот, ну, прям Таиланд. Очень похоже. Ребят, это писец. Возможно, не очень сильно важная информация, но на меня сейчас летучая мышь огромная. Прям как летучие собаки на Шри-Ланке. Все, уже закат на Адараме. Вот уже солнышко потихоньку уже садится. Время 5:30.
Ну что, друзья, всем советую эту экскурсию. Мы просто офигенно провели время, наплавались, накупались, загорели, покушали очень вкусно. Здесь просто замечательно, красиво. Я искренне завидую белой завистью тех, кто выбрали этот отель и отдыхают здесь, на этом резорте. Просто виды фантастические. Была рада, что стало полезной вам немножко. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Ребят, а когда вы покупаете экскурсию, например, на резорт, вот как было в моем случае, экскурсия стоит $140, а с нас $40 взяли сначала в отеле, стоите в тенечке, $40 вы сначала платите в отеле, это за трансфер, а остальные $100 вы платите после того, как приехали на резорт. То есть вы приезжаете на резорт, вам одевают браслеты, и только после этого у вас уже... Причем те, кто живут на резорте, у них одного цвета браслеты. Те, кто приехали на экскурсию, им уже были другого цвета. Волосы улетают. А рассказывать о том, где можно поесть, во сколько встречаетесь, все на английском языке гиды рассказывают. Конечно, нужно знать и понимать, где вы встретитесь, как уехать обратно на свой остров. Такие моменты, то есть нужно знать обязательно английский язык. Вот. Конечно, можно через переводчик подключиться к Wi-Fi и еще раз переспрашивать гиды, но тоже отнимать время у человека, который будет вам рассказывать о том, как будет проходить экскурсия тоже. Вот. Имейте в виду, что здесь никто не разговаривает на русском, обязательно нужно знать английский язык. Весь персонал, вы когда и в Мале приезжаете, какие-то вопросы, как добраться до острова, все решается, все вот именно упирается в этот языковой барьер. Обязательно нужно знать английский язык. Я учила японский, конечно, куда он тут пригодится. И еще такой момент, здесь много тайцев. Я не понимаю, вот на завтраке очень много из Таиланда. Я не знаю, приезжают сюда как будто персонал работать на Мальдивах, потому что и на резорте я видела много тайцев, и вот здесь вот. Погода сейчас шикарная, вот где-то 7:30 утра, и просто круто. Так как я сгорела вчера на экскурсии, я боюсь вообще на солнце вылазить. Вот в тенечке снимаю, короче.